Из бесхозной территории с одинокой разливайкой парк «Новое поколение» в Дальнем Засвияжье за несколько лет превратился в полноценную зону отдыха. В 2020 году там отремонтировали лестницы и пандусы, уложили и обустроили территорию около Свияги, сделали волейбольные площадки и многое другое. Так парк обрел вторую жизнь. Здесь централизованная клубная система проводит мероприятия за народную песню, место для проведения дней соседей, государственные праздники мы также проводим здесь, то есть интерактивный сценический комплекс здесь присутствует. Ну и сами местные жители хотят провести с комфортом и отдых именно в сквере. Благоустройство парка «Новое поколение» выполнено по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Результаты работ проинспектировал губернатор Алексей Русских совместно с министром ЖКХ и главой города. Также в Ульяновске обновили дворы. Например, около дома номер 39 на Индинской в этом году заменили асфальт, отремонтировали заездной карман и светильники. Местные жители обновлением довольны, хотя еще есть над чем работать. Как население относится, как соседи ваши? Очень довольны все. Довольно, да? Да. А есть еще какие-то, может, пожелания, что бы еще хотели здесь? Там у нас вот это, лесенка. На детской площадке. Детская есть площадка, да. И она вот на качается. Этой да. Если вот, допустим, я на ней прокачусь, на этой лесенке, то она сложится вообще. Все недочеты глава региона проверил лично и поручил исправить. Также губернатор посетил дворы домов на улицах Героев Свири 18 и Железнодорожной 15, где отремонтировали асфальт и освещение. Кроме того, Алексей Русских затронул проблему чистоты общественных мест, ведь это необходимо для создания комфорта. Все это будет бестолковым вложением денег, если не убирать эту территорию. Поэтому сегодня вот мы обратили на это особое внимание. Я поставил главе города задачу создать систему по уборке этих территорий, по их содержанию. Также в планах по благоустройству Ульяновской области на следующий год вырастить газоны и сделать систему ухода за ними, чтобы улучшить внешний вид областного центра. Юлия Руднева, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.